Всем привет, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить с вами Черепашки-ниндзя. Сегодня у нас 6 глава. Предстоит нам драться с Вингнутом. Какой-то, не поймешь, какая-то летучая мышь механическая, ну что-то типа того. В общем, увидим. There's another one. Eh, you sure that ain't just an asteroid or something, Donnie? April texted that there's been a bunch of UFO sightings in this area recently. And multiple reports of erratic behavior by the locals at the same time. Don, you seen some of the jokers in this hood? I think erratic behavior is like a prerequisite to live here. Так. Ну, что нас ждет здесь? Давай, давай, ребят, поехали отсюда. Опять эти... Как так-то сразу же? Да ё-моё, забыл про щит, про поле, про этот. Так, ладно. Так. Ну понятно, здесь уничтожить все цели, ясно. Это мы сделаем. Ох ты, ракетчик хрен. Иди сюда. А, греб. Давай, 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 ребята, помогать. Твою. Да, ребятам пофиг. Херней занимается какой-то. Добить этого козла надо. Да что ты? Да как так быстро-то? Отлично добил, молодец. Давай, ребят, подсоблю. Иди сюда, мини-крэнк. Отлично. Давай, давай, помогай. Отлично сделали, молодцы. Не зря свой хлеб кушаете. Или что там, пиццу, пиццу вы кушаете. Что ты там? Заскулил, блин. Кто у нас там? Майки. Майки в отключке опять. Куда ты разогнался-то так? Ага, вижу. Отлично. Прошли. Что дальше? Блин, мало пиццы у нас. Ну да бог с ним. Пополнили. Так, давай дальше смотреть. Давай, 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 его добиваем. Каменоломни эти. Опять. Опять телепортировать бомбы. В портал к Рэнгу. Так, а где у нас портал? Вон он. Бомбу-то забыли. Фак, придется возвращаться.
Давай, ребята, иди сюда. Да что ты? Так, ну этих мелких-то валим-то однозначно. Фак. Ну-ка. Да уж. Так, ладно, ребят, давай берем эту бомбу и тащим ее вон туда. Отлично, это только первая была. Так, надо еще у нас найти вторую. Найти вторую, надо найти вторую. Эти вертолеты. Так. Блин, что-то я не вижу, не могу найти цель. Бимля, нашел. Что-то там притулился. Так, куда нам ее нести? Так, нам надо ее... Черт знает, куда нам надо ее... Да ее еще профукали-то мы. Вот она. Там показывает цель. Так, вон туда идти надо. Ага, понял, на крышу, значит. Давай сюда ее, вот сюда. Ну ты чё делаешь-то? Есть. Так, ну что там у тебя опять случилось? Опять ты нам даешь задание на новые цели. Непонятные какие-то цели. Ну ладно, пойдем проверим. Так, здесь я, получается... Фак, наверное, не долечу. Эрприл. Он ищет координаты, блин. Странно. Это обычные мобы, это... Я бы, наверное, не сказал бы даже, что это цели. Нам надо найти... Завалить этих всех за 7 минут. Да нам не надо, наверное, е-мое, ничего. Ну хоть что-нибудь-то покажи нам. Так, вот они, голубчики. Еще где-то здесь должны быть. Еще должны быть где-то здесь враги. Вот он. Так, ну тут что-то больно легко было, ладно. Угу. Еще пару заданий и будет уже босс, я так понимаю. Что там еще за штормовуха?
Хорошая комбо. Вау. Было больно. Так, ладно, поехали сюда. Так, ага, вижу цели. Вижу главную цель, я так сказал даже. Меня этот геликоптер уже достал. Так, стоят там ребята на крыше. Сейчас мы их немножечко разомнем. Где они тут? Так, вон там они стоят. Да слезь ты с этой... За отряд самураев. А, это как обычно эти каменные... Каменная плесень. Хорошо. Вау, 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 убегай оттуда. Хорошо, пропечатал, ладно, бог с ним. Ладно, 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 ладно. Только и получай, люлей. Ё-моё, блин, да что такое-то? Как будто специально против меня все. Нате, мам. Давай, ребята, не дадим им спуску. Да что ты делаешь-то? Так, этот здоровяк меня нервирует. Давай, 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 спасай. Так, бомбы... Причем здесь ты глаз, блин? Только сейчас заметил, что они что-то там... Припечатали. Так, Донни, спасибо. Погнали. Погнали далее. Остался-то тут... Остался последний, так понимаю, или нет? Но буду надеяться, что это последний. Хорошо. Да уж, блин, последний. Так, вот этого мелкого надо снести сразу, будет нервировать. Давай-давай-давай, ребята, комбо-комбо сработал, это хорошо. Отбегаем. Давай-давай-давай, отходим. Крепкий малый, даже я бы сказал, непробиваемый какой-то. Кто-то разбухарился. Чет! Хорошо нам навалял. Причем всем. Так, отбегаем.
Да чё ты будешь делать? Смотри, какая. Да, наконец-то, ё-моё. Че ты там заикаешься, заика? Опять уничтожить эти цели. Какой-то у комбо у Майка, танцульки, это что-то вообще круто. Бред, если честно. Фака. Раздражает меня вот эти летунки. Да чтоб тебе еще и молнии. Куда упал, блин? Да. Что-то я тут вообще расклеился, расслабился. Да иду я, иду, блин. О, за Донателло, ну давай посмотрим. Все мимо, блин. Раздражает аж, а? Так, хорошо. Так, теперь эти придурки, я так понимаю, где-то на крыше. Так, пойдем прогуляемся на крышу. Да, вот он на крыше стоит. Давайте, ребята. Угу, хорошо. Так, еще и своих мелких позвал тут. Ух ты, получил-то я как неплохо, неплохо. Давай, 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 давай. Молнии еще эти. Спецназовец, блин, каменный, а? Давай, давай, ребят. Еще под молнией меня подставляет, а? Дайте вы его добить, этого вонючку. Это другой разговор. Так, да, да. Мелкие вот эти пришлепки достают уж меня. Ну, это конец. Пять они где-то на крыше, а? Всевидящий глаз, укажи мне цель. Так, вижу цель. Ну и сразу получил. И улетел. Ну хоть кто-нибудь-то, ну чё?
Понятно. Получил снарядом в зад. Так, что далее у нас? Где вражины-то? Где вражины? Что-то я не могу понять, а где? Господи, а что это вот это? Так, ладно, примем получше. Что-то задержка какая-то была на прохождении миссии. Так, ну вот мы и дошли до босса. Да, Виндмута. Что он так очень смогли они? Уфо. Что за УФО? Ну, я же его обнаружил, что еще надо? Так, ну раз тут даются пушки, значит неспроста. Ну, где ты? Появись, покажись. Очень интересная замена человеку-мухе. Ну да ладно. Вау, вау, он что-то меня притягивает. А перегрев. Да, до него так не достанешь пока, понятно. Пока бьем из турелей. Так, надо взять мешочки. Так, пицца. Ага, мы его подбили, давай бить. Да что ты делаешь, какие прыжки? Давай, расстреливайте его, ребята. Да это салага, а не босс, ё-моё. Да, такого сыну я вообще еще не встречал. Ой, нет. Ошибаюсь. Это, оказывается,
была первая фаза босса. Блин, мимо. Ладушки. Да, тут я чувствую, он нам даст прикурить. Вау, не подойти к нему еще, блин, да что ж такое? Ну куда ты там сдриснул-то? Да, придется немножко попотеть. Это еще только первую полоску жизни отобрали. Это он еще даже не в ярости. Я даже боюсь представить, что будет, когда он будет в ярости. Так. Да что за... Вау! Да что ты там, блин, под руку еще свистишь, блин? Не видишь и так... Вот псих, а! Ты ядрена ложь! Ну давайте, помогайте! Давай. Греби немного. Вот чуть-чуть. Че, вы не достаете, что ли, ребят, до него? Прыжки надо. Так, ну пока он тут что-то, ну не знаю, не агрессирует. Стоило сказать только. Вау, вот это у него удар. Круговая, не подойти. Давай пока. Опять он свой суперудар. Отойдите, ребята, оттуда. Так, удар с разгона. Фак. Вау. Не заметил я этого, конечно, ладно. Пока там ловит галлюцинации, надо его валить. Фак, чтоб тебя, а? И пофиг, главное, этим, побежали. Молодцы, что я могу сказать? Так, ладушки, пробуем еще. Да, не ожидал. Так, ну это мы видели, пропустим. Так, ладно, валите его пока. О, ракеточки пошли в бой. Ну да ладно.
Так. Хорошо. Давай, давай, ребята, пока там отдыхает. Так, ну ладно, это сейчас первая фаза пройдет у нас. Все, теперь основной босс. Там разбрызгиваешься пиццами. Вау, 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 ну что такое? Так, отбегаем. Отходим, отходим. Убегай. Не успел. Засранец, а. Помогай, помогай. And blink. Pull yourself together. Gracias, bro. Gracias, brother. Я тут. Вау. Ну мне так помоги, побежал, блин. Так, надо съесть пиццу. Блин, надо его оглушить, чтобы он упал, а? На, отдохни. Так, не подходите вы, как... Вот, 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 сейчас надо ловить комбо-момент. Took your time. I was born for this. Oh, fuck. Жесткий, жесткий босс. Так, идите оттуда, что-то он там затеял. Надо ждать, ждать, ждать. Время выжидать, блин. Когда эти возродятся, появятся. Давайте, ребята, давайте, я жду. Жду, когда вы там появитесь. Вау, 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 вау. Есть, появился, Раф появился. Let's go!
Вот дерьмо, а. Чтоб тебя, а? Молодец. Да куда ты прыгаешь, идиот? Back to the drawing board. Get a hold of yourself, man. Надо убегать от этого психа. I'm okay. I can totally handle this. Когда он делает свою супер вертушку. You got this, bro. Took you longer to help me than I estimated. И мимо, блин. Обидно. So dizzy. Get a hold of yourself, man. I just thought I'd give you the opportunity to show off your skills. Пять, отойдем, отойдем. Back to the drawing board. We got this, bro. Took you longer to help you than I estimated. Oh, the humanity. Так, ладушки. Это не поможет. Что такое, да? Да ты задолбал уже, а? Всех? Back to the drawing board. Давайте, ребят, осталось немножко. We got this, bro. Thanks. Началось. Так, ребята, последняя жизнь осталась. Да-да-да-да-да, так же меня Лео бесит. Конечно же! Да не подходите вы, когда у него это... Вихрь этот, блин. Так, вот он пока. Давай, давай, осталось чуть-чуть. Куда ж ты? Есть, ребята. Блин, вот ублюдок, а. Вингнат. Вот чмошник. Ну все, ребята, мы его прошли. Да, сложноватый босс, конечно. Так, понятно, очки там, тыры-пыры. Тупая летающая мышь.
Мерзкая какая-то тварина. Что? Агрегат сломался? Вот лети на своей тарахтелке отсюда. You mean to tell me we've been running all over the stinking city, putting out these little fires, while the real action's been in the most obvious place the whole time? I know it's hard to believe, Raph, but all the evidence points to it. Think about it, Raph. Slash's space guns, Wingnut's UFOs, and the particle diffusion matrix Armagon was trying to smuggle through the sewers. The partition diffuser, what's it? Particle diffusion matrix. I did some research after Donnie sent me the picture and finally figured out what it was. Oh, we already know, April. A nerd selfie. Very funny. Actually, it turns out the diffuser's used to deinterlace tachyon particles to create an interdimensional portal. I'm sorry I asked. Yeah, he totally lost me at actually. Well, all you really need to know is that there's only one place in town with the resources and equipment necessary to manipulate such sophisticated devices. TCRI. Yeah. TCRI. But if Krang and Shredhead got so much fancy tech, TCRI. Why do they need Rusty, Karai, and that pig-brained Bebop running around smashing trains, blowing up buildings, and robbing banks? Diversions. They were creating havoc to keep us busy. А, понял я. Это корпорация, которая, видимо, делает вот этих вот мутантов. We've never been able to get inside TCRI before. What makes tonight any different? It's gonna have to be different. If they're really creating an interdimensional portal, there's no telling what kind of terror they could unleash on the city. So we don't let them. We'll find a way to get inside TCRI. One way or another. Outstanding work. Now get ready for your next challenge. Ну что, ребята. В следующем выпуске мы будем с вами драться с генералом Крэнгом. Ну что, до новых встреч и пока-пока!